Почему я здесь стою? Есть идеи? Чтобы быть выше? Нет. Но спасибо за игру, мистер Долтон. Я стою на столе, чтобы напомнить себе о том, что необходимо постоянно смотреть на вещи под разным углом. Видите ли, отсюда мир выглядит иначе. Если не верите, взгляните сами, давайте. Давайте. В тот момент, когда вы думаете, что что-то знаете, необходимо взглянуть на это по-другому. Даже если это покажется вам глупым или нелепым, попытайтесь. А когда вы читаете, не думайте только о том, что хотел сказать автор. Думайте, что хотели бы сказать вы. Ребята, постарайтесь обрести свой собственный голос. Потому что чем дольше вы с этим затягиваете, тем менее вероятно, что вы его вообще найдете. Как сказал Таро, большинство людей проводит жизнь в тихом отчаянии. Не миритесь с этим, сопротивляйтесь. Не бросайтесь послушно с обрыва, подобно леммингам. Оглянитесь вокруг. Вот так, мистер Приске. Спасибо. Да, дерзайте и обретайте новое видение.